сегодня у меня потрясающий вопрос. Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый спросил самого себя, почему вы пришли на служение? Да, скучно как-то. Наверное, пошел я домой. Надо же, я забыл свой телефон, а? О, вот, нашел. Ну сколько же здесь дверей, а? Интересно. Интересно. Так, идем в другую дверь. Лайвстрим? А что на меня смотрит? Так, что у нас здесь происходит? О, так это же ведь я... А что с моей прической? А ну-ка, где здесь плей? Почему вы пришли на служение? Эй, можно у тебя вопрос спросить? Почему ты пришла на служение? Ну, я пришла проповедь послушать. Наконец-то могу одеть свое новое платье. Как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Еще могу новую стрижку всем показать даже. Подумайте об этом, потому что это очень важный вопрос. Что мы здесь делаем? Я ухожу. Давай, иди. Удачи тебе. Спасибо. Можешь мне объяснить, что здесь происходит? Да я сам пытаюсь понять. Пытаюсь выйти из церкви, не могу. Вот, смотри, иди сюда. Вот смотри, вот сейчас, если я нажму эту кнопку, мы опять окажемся. Да что ты выдумаешь? Я же тебе говорил, а сейчас проповедник будет задавать одни и те же вопросы, смотри. Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый спросил самого себя, почему вы пришли на служение? Все, братан, пошли, мы уже на 40 минут опоздали. Самое главное, чтобы они вот эту ласточку увидели. Вообще-то проповедник только что спросил, почему вы пришли на собрание. Мы? Бро, I told you get a chance to talk to her if you came to church. Бро, значит, ты пришел в церковь, чтобы поговорить с ней? Нет, я хочу в церковь, чтобы учиться жить благочестиво. Братан? Братан, куда ты ушел? О, друг мой, а ты что сделал сегодня? Я? Ну, мне, кстати, нравится ходить в церковь. Это даже мой любимый проповедник. А как его зовут? Подумайте об этом, потому что это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Братан! Наконец-то. Dude, where are we? Что это было, восхищение? Не, бро,
У нас такая ситуация, мы с тебя тоже идем третий раз. Третий? Третий раз. Двери не работают. Ты с них выходишь и назад заходишь. How does that work? Don't ask me, I don't know. Прямая трансляция, мы ее смотрим, и мы появляемся здесь, в принципе. Все. Подожди, я понял, я знаю. Нам надо найти человека, который по правильной причине приходит на богослужение. Пойдем. Слушай, перемотай там, где Света пела. Точно, вот она вот точно справилась. Сейчас да, шло, да. Не понял. Света, сейчас. Там, где Света пела. Смотри, да. Где-то вот здесь вот. Раз, сейчас. Два, три. О, Света поет. Да, она сейчас нам точно правду скажет. Ну-ну. Всем сегодня рассказать. Слава Богу. Слава Богу. Ну, как я сегодня спела? А я пришел сегодня утром, потому что меня мама заставила прийти. Сейчас постели даже поднял. А я приехал ради того, чтобы мою девочку увидеть. Девочку? Ты один раз не разговаривал и уже до свадьбы не можешь дождаться. Ты сказал, что машину будем показывать. Целый день даже вчера мы ее мыли. Как бы не было бы стыдно признаваться сейчас, я пришла сюда, чтобы похвастаться новым платьем. $300 и ни одного комплимента даже. Знаешь, мне нравится. Сиди ты уже и молчи. Ну, певица наша, а ты что здесь делаешь? Что? Что, блин? Я все правильно сделала. Собрание пришло вовремя. Платье делала скромное. На собрании внимательно слушала. Даже поучаствовала. Да. Я думала, что пришла Бога славить. На самом деле я пришла прославить себя. А здесь пиццу раздают после служения? Какая пицца? Ага, понятно, почему ты сюда пришел. Знаете, мне кажется, у нас теперь один выход из ситуации. Мне кажется, надо найти проповедника и спросить у него. Он трубку не берет. Сколько мы уже тут будем сидеть? Кто ты из вас? Я не буду. Давай. Дорогой проповедник, ты всем спрашиваешь, о чем мы сегодня приехали в собрание? А какой должен быть правильный ответ? Во-первых, ты хорошо сделал, что пришел. Но, как говорит псалмопевец Давид, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Нашей главной целью должно быть поклониться Господу, прославить Его имя и получить духовное назидание. Все, братушка, искренне крестьянин. Все, вы не с той целью пришли? С той целью. Но здесь я сейчас, чтобы вам помочь выйти отсюда. Спасибо. Пастор. Я тоже как Давид хочу. Я хочу, чтобы мое сердце радовалось, когда я прихожу в Дом Божий. Можешь с тобой помолиться? Да.